Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогери України, і я її ведучий Тарик Назалешко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікава людина, це лідер партії «Союз левых сил» Максим Гольдарб. Вітаю на студії. Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте, люди. Одразу хотів би таке питання, воно, може, нестандартне, але скажіть, будь ласка, чому людей, які займають соціально активну, відповідальну позицію, називають лівими? Бо у нас лівий – це якось, ну, лівий товар, наприклад, або лівий – це якийсь, ну, не дуже якісний. Може, є сенс якось по-інакшому назватися? Ну, историю термина вы, наверное, знаете. Во французском парламенте сидели левые, те, которые за народ были, они по левой стороне были. Те, которые больше за дворянство и за буржуазию, они по правой стороне. Так оно и пошло по жизни. Что касается того, что у нас сейчас слова приобрели те или иные оттенки, то скажу так. Я уверен, что хорошие украинские левые точно не будут ассоциироваться с товаром, точно не будут ассоциироваться с каким-то некачеством. Уверен, что именно левая идея, даже, понимаете, моя уверенность, она основана на опыте, и на опыте жизни в Украине сейчас, и последние там 30 лет. Левая идея, идея от человека, от его нутра, от Бога. А правая идея – это то, что противоположно. Это то, о чем сейчас говорит сегодняшний Кабмин, да, о либертарианстве и так далее. Это идея не для человека. Она насаженная, она точно не относится к природе человека. И доказывается это очень просто. Либертарианцы и прочие, которые за капитализм, грубо говоря, жесткий капитализм, их основной принцип – выживает сильнейший, государство тебе ничего не должно. Это такая селекция, можно сказать. Государство тебе ничего не должно, инвалид умер, пенсионер умер, это ваши дела. Это основа либертарианства, они просто или не доучили, или не хотят это озвучить. Левое направление в этом смысле – это вопросы гуманизма, вопросы доброты, вопросы примата человека в отношениях с государством, вопрос прерогативы человека над государством, это правильно. Вот и все. Я думаю, что Украина за эти годы наелась провизны, и резкой провизны, и нацистов, и националистов, и квазинацистов. И либертарианцами она сейчас будет сыта по горло, судя по действиям Гончарука, а до этого действиям Гройсмана. Люди... Ви ж розумієте, хтось сказав з них, що ми щось між лібертаріанством і соціалізмом. Це, якщо я не помиляюсь, це новий глава партии. Ну, он, наверное, не в курсе, жизненного опыта немного. В просак попасть. Я не буду сейчас объяснять на пальцах, что это обозначает. Но вот то, что сказал этот новый директор «Слух народа», это вот точно попадание в просак. Ну, чушь собачья, смешать либертарианство с социализмом. Социализм говорит о том, что, ну, если уж вы этого слова коснулись, он говорит о том, что для человека работает государство. В государстве человеку должно быть уютно. Либертарианство, повторюсь, говорит о том, что человек – это твои заботы. Ты болеешь, умираешь, не можешь выучиться. Это твои заботы, значит, ты слабый, ты неинтересен. Государство тебе ничего не должно и не должно помогать. Вот в Украине выстраивали последние десятилетия подобное государство. И посмотрите на результат. Минус 10 миллионов человек ищут доли хорошие где-то за рубежом. За 5 лет минус 2 миллиона пенсионеров. Это работа правого направления, по большому счету, дикого капитализма и его защитников. О чем говорят левые? Они говорят о том, что так быть не должно, такое государство неинтересно. Государство когда-то давно создавали для того, чтобы оно решало общественные проблемы. Вспомни, ну, история, да? Нас же учили. Общинно-племенной строй, потом он превращался уже там в рабовладение и так далее. Но почему появлялись войны, почему появлялось разделение на охотников и на собирателей? Потому что так было удобно. Потому что воины должны были охранять племя от нападения других, там, врагов каких-нибудь, да? Так создалась государственная надстройка. А у нас все наоборот. У нас люди стали надстройкой, причем лишней надстройкой в государстве. Вот я против этого, и я хочу очень это изменить. Я умею менять. І людей, і мислення, і образи. Ну, до речі, дуже багато змінилося безпосередньо в партії Союз левих сил. Тому що, наскільки я пам'ятаю, очолював раніше цю партію Василь Волга. І що трапилося, чому він, скажімо так, передав вам керівництво цієї партії? Ну, і що саме ви хотіли би змінити безпосередньо в ідеології партії? Чи, може, ничего вы изменять не будете? Отвечу быстро. Волга умный, сильный человек. На мой взгляд, это очень мужской поступок, когда вождь отходит в сторону, понимая, что ему надо отойти в сторону. Понимая, что партия, которую он в первую очередь создавал, должна поиметь развитие, новый дух, новое движение. Поэтому Волга сделал сильное и мудрое, на мой взгляд, действие, принял правильное решение. Он член партии «Союз левых сил» и уверен, что дальнейшее развитие партии будет связано с ним в не меньшей степени. Я ответил на вопрос, что с Волгой и как он себя чувствует. Чувствует себя прекрасно и мне очень сильно помогает. Он очень подкованный, образованный человек. Что касается идеологем, программы и прочее. Я думал, что в вашем первом вопросе заложится, типа, ну а вы понимаете, вот коммунизм не воспринимают на Украине или там в Украине. Или там к коммунизму относятся крайне отрицательно. Союз левых сил не коммунистическая партия. Левая идеология много шире, чем коммунизм или социализм. Сюда же можно привнести и социал-демократию. То есть левое направление, и почему «Союз левых сил» и название такое ставит? Потому что это площадка для всего левого движения в Украине. В том, что левое движение в Украине востребовано, и люди его хотят, и люди хотят нормальных левых идеологем, у меня сомнений нет, думаю, у вас сомнений нет. Все к этому. Жизнь поворачивается, наелись все дикого капитализма. Если Макрон уже говорит о том, что, ребята, давайте заканчивать с капитализмом. Макрон! Ну, директор Франции, одной из самых мощных капиталистических стран мира. Он говорит, мы что-то не то делаем. Пришел, в принципе, и казалось, что он представник финансовых структур. Совершенно верно. И этот человек уже заявляет о том, что человечество погибнет под тяжестью капитализма. Уже погибает. Тем более в Украине это нужно. Тем более нужно развивать. Поэтому отвечу так. Программа сегодня переделывается с учетом 21 века. Мы не можем быть архаичными. Партия не может себе позволить шариковское взять все и поделить. Это ошибка, это неправильно. Партия сегодня готовит обновленные идеологемы. Партия говорит о том, что члены партии, электорат партии – это не только рабочие и колхозницы. Это мелкий бизнес, это средний бизнес. Почему нет? В Украине человек, который связал себя с бизнесом, еще больше левый на самом деле, чем кто-то, кто там носит красный галстук. Просто потому, что ему выживать приходится, бизнес развивать, нанятых людей кормить, их семьи кормить, еще себе что-то зарабатывать. Не мне вам рассказывать, что с бизнесом в стране происходит. 400 тысяч субъектов хозяйствования закрылось только за 5 лет. 400 тысяч. Ну, к чему веду? Союз левых сил отдает себе отчет в том, что он должен быть динамичным, хорошим, жестким, резвым, активным и соответствовать 21 веку. Извините, ребята, гибридность. Сегодня все изменилось, и мы должны это понимать. Ну, я ответил на ваш вопрос? Тоді наступне питання. Ну, ми розуміємо, що за останні роки дуже так потужно накачували праву ногу, якщо так казати. І ліва нога, вона трошки така слабенька. І достатньо багато радикальних рухів зараз існує, які не сприймають ліву ідеологію. До чого я веду? Є невелика кількість людей, але вони багато що вирішують, тому що у них є озброєння, тому що вони, в принципі, такі реактивні. Як ви з цим збираєтесь чи боротися, чи домовлятися, ну, вирішувати цю проблему, яку, на мій погляд, вона перед вами, ну, постане, да. Якщо ви дійсно будете, скажімо так, мати великий рейтинг, то... Я возглавил Союз левых сил не для того, чтобы к своей фамилии эту приставку приписать, а для того, чтобы через короткое время с Божьей помощью Союз левых сил зашел во власть, и формировал построение нового нормального государства Украина, социального государства. И я отдаю себе отчет, что среди вызовов, с которыми и я, и партия столкнемся, тот, о чем вы сказали, будет иметь место. Я отдаю себе отчет и верю в то, что добро должно быть с кулаками. С нормальными людьми мы готовы будем договариваться, садиться за стол переговоров, и я уверен, что мы убедим нормальных людей, что сегодня уже наше время. Время левой идеологии, время левой идеи, время социальной нормальной Украины. Я понимаю, что есть обезбашенные люди или там... какие-то сильно зашторенные в себе, ошибочно, конечно, зашторенные в правой, особенно квазинацистской идеологии. И партия это понимает. Поэтому вопросы безопасности партии, членов партии, мероприятий партийных, сторонников партии являются первейшими, и они сегодня прорабатываются. Уверен, что мы в состоянии будем дать ответ. И потом... Как там, на каждую хитрую всегда найдется что-то да с резьбой. Поэтому, думаю, так. Скажіть, будь ласка, в липні ви заявили, що ви виграли суд, який стосувався того, що... Ціни на газ? Так, так, да. Це правда. Да. І хотілося б дізнатися, ну от зараз, наскільки я розумію, ціна не змінилася. Більше того, вона готова к повищенню. І Кабмін Гончарука в це намагається грати. Тобто, виходить, що те, що ви виграли суд, в принципі, це ніяк на даний момент не вплинуло на те, щоб ціна у нас знизилася. Не согласен, отвечу. Действительно, суд выиграли, судебное решение вступило в законную силу, и цена на газ, которую установил Гройсман в 2016 году, практически... за период до 2018 года признана незаконной, экономически необоснованной. Это решение вступило в законную силу. От нас в суде принимал участие адвокат, мой брат Яков. Мы показали людям, во-первых, что можно ломать то, что явно незаконное. А то, что цена и в целом ценообразование на газ незаконное, я думаю, уже знает любой даже молодой человек. Это слишком очевидно. Это, во-первых, это важно, потому что мы показали людям, что можно ломать и бороться. Второе. Признание незаконной цены на газ позволяет сегодня людям обратиться в Теплокоммунэнерго по месту своего жительства с требованием перерасчитать им все те платежки, которые выставлялись на протяжении этого периода времени. Ну, вони можуть вимагати, щоб їм перерахували, але все одно їм треба якийсь позик. Я вже відповідаю. Для этого мы подготовили для людей соответствующие образцы документов. Многие обратились, тысячи людей обратились в свои Теплокоммунэнерго с абсолютно законным требованием «деньги верните». Все Теплокоммунэнерго, как под копирку, написали тупые ответы о том, что, ну, вы знаете, мы вот не знаем, как исполнять это решение, там, то-то, 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 пятое, десятое, глупость, в общем-то, написали. Как под копирку, это говорит о том, что здесь кто-то дирижирует этими ответами. Ну, представьте, ответ в Сумах совпадает с ответом в Киеве. Ну, на минутку 400 километров разница. А между тем... Это говорит, что режиссер газовой темы один, тарифной темы один, центр влияния здесь. Мы подготовили иски, образцы исков, с которыми необходимо после отказа идти в суды. Многие люди рискнули, пошли. Эти иски мы готовили специально таким образом, чтобы человек не платил судебную пошлину. Потому что Порошенко тогда, помните, если он назвал эту гадость судебной реформой, и одной из частей этой своей гадости он придумал повышение судебных пошлин, минимальное там что-то около 1000 гривен, потом в апелляционной инстанции 2000, в Верховный суд еще несколько тысяч. То есть обычный человек не в состоянии эти пошлины, ну, волочь на себе. Ну, в принципе, он порахует, совершенно верно, и махнет рукой. Мы подготовили иски на основании законодательства о защите прав потребителей, которые исключают уплату судебных сборов. Это очень важно на самом деле. И в этой связи я могу просто говорить людям, что, к сожалению, правительство, которое назначил нам всем Зеленский, правительство антиукраинское, правительство МВФовское, Всемирного банка и, говорят, Сороса, оно не будет ничего делать для имплементации этого судебного решения. Людям нужно самим массово обращаться в суды и требовать, чтобы Теплокоммунэнерго, чтобы суды обязали Теплокоммунэнерго пересчитать все те платежки, которые для них выставляли. Абсолютно законное право люди на это имеют. Надеяться на Гончаруков точно не нужно. Самокаты в этом смысле не помогают. Ни самокаты, ни мозги, ни то, что там они книжки не читают. Да, этим же Милованов гордится. К чему веду? Це треба людей переконати, що вони дійсно це почнуть робити і що вони переможуть. Тому що, як на мій погляд, людей дуже важко зараз підняти на якусь справу. А я починав, Тарас, відповідати на ваш вопрос іменно тим, що ми змогли побідіти. Ми змогли побідіти в суді. І не кого-то, а цілий кабінет міністрів. Ну, неужели нельзя попробовать побідіти на местном уровне Теплокоммунэнерго? Надо пробовать. Ну, нет другого варианта. Мой друг любит такую фразу. «Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь быть буденным. Хочешь, лошадью его». Я ничего другого посоветовать не могу. Когда левые придут в правительство, вне всяких сомнений, мы пересмотрим все то, что творилось с тарифами, начиная с 2014 года. Все пересмотрится. Людям будут назначены не индексации, а выплаты этих денег. Мне задают вопрос, где я это возьму. Параллельно мы запустим... Я отвечаю, параллельно будет запущено уголовное судопроизводство по всем, кто имел отношение к этому. В первую очередь по Порошенко. Человек-миллиардер. Его состояние вполне хватит для того, чтобы погасить людям те переплаты, которые с них сняли. Почему я так говорю? Потому что его действия по созданию тарифной комиссии, по назначению этих тарифов были очевидно незаконными, они выходили за пределы полномочий президента. Он сам попал, это не я придумал, это юриспруденция так считает. Поэтому мы найдем деньги для компенсации, мы однозначно изменим формулу формирования цены на газ. Вы трогаете тему, которая для меня является основополагающей в начале моей общественной деятельности. Я могу о ней рассказывать очень долго, боюсь, что вы меня прервете из-за времени. Я просто приведу пример, последнее, по газу. 19 миллиардов кубометров Украина добывает, 16 миллиардов Украина тратит. Расскажите мне, как не хватает газа для людей? Ну как? Ну, вот простая арифметика. 19, 16. Десь маленькі дюри, і вони так витікає десь цей газ. Ну, що розумієте, труба, вона дуже старенька, за неї ніхто не пильнує. Ну, отак і зникає цей газ. Я б так би сказав. Я думаю, що ліва ідеологія – це ідеологія, яка добра к своїм людям, к согражданам, яка буде добиватися того, щоб у нормальних людей було все хорошо, но которая будет очень жестко добиваться, чтобы у ненормальных людей было очень плохо. По закону. Механизмов уголовного убеждения в Украине сегодня достаточно. Это все нужно просто привести в работу. И все пойдет как по маслу. С десяток негодяев не выйдут из камеры и будут отрабатывать те деньги, которые они изъяли, как вы говорите, из труб, из бюджета, из бюджетов украинских домохозяйств. С десяток. У доброй сотни мозги изменятся очень быстро. Битье в данном случае определит сознание. Тобто треба показати якийсь приклад, що за це люди будуть сідати і відповідати за свої... А вот, як ви вважаєте, чому зараз... Я могу привести пример из моей практики. В городе, в котором я надзирал за законностью, была ситуация, когда списывали на водопотери, ну, вода к вам поставляется, 75% воды. Сейчас 75%, то есть 3/4. Грубо говоря, вы стакан с водой подносите к рту, а у вас там раз, 1/4 осталась. Директор водоканала, заммэра пошли в суд, были осуждены. На тот момент мы смогли доказать ущерб, по-моему, в размере или 400, или 700 тысяч гривен теми надежными, ну, крепкими еще деньгами. Вы знаете, буквально через несколько месяцев после этого убыль по документам, нормативная убыль, сократилась в 2 раза. Ну, все работает, надо только делать. Як ви вважаєте? Ну, в принципі, попередня, ну, влада, яка от зараз нами керує, вона обіцяла, що коли вона прийде, то, тобто, люди, які грабували країну, які щось неправомірно робили, то вони обов'язково сядуть. В принципі, декілька людей сіло, але самі такі потужні гравці попередньої влади, вони все одно залишаються на волі. І знаєте, от просто я чому це запитую? Тому що всі кажуть, що вони займуться і посадять людей. Тих, які, ну, скоїли злочин. Разница между мною и теми, кто это говорит, заключается в том, что я, в отличие от них, сажал. И я умею профессионально работать на этом направлении. Я 14 лет был следователем и прокурором. Ага. Поэтому я знаю, как правильно усаживать. Я знаю, как правильно договариваться и убеждать, не делать чуши. Я знаю, что все это возможно. Повторюсь, в Украине механизмы есть, их нужно просто привести в порядок. И я согласен с теми людьми, которые говорят о том, что вот эти негодяи, которые каламутят сегодня людей на площади Независимости, под администрацией президента, которые организовывают людей с требованиями продолжать войну и убивать друг друга. Эти негодяи бы давно молчали бы тихонечко и думали бы о своей защите перед прокурором и перед судом, если бы находились давно уже под арестом. Оснований для их задержания и ареста более чем достаточно. К сожалению, нет политической воли на это. У нас правосудие очень сильно завязано с политической волей. И очевидно, что если эти чудики сегодня на трибуне, а не в камере, это говорит о том, что где-то политической воли не хватило. Я бы очень хотел, чтобы у президента Зеленского ее в конце концов хватило. И он принял по ним, вернее не так, и государственная власть в отношении преступников поступила бы по государственному. Иначе разгул подобного рода людей и такая вакханалия будут только способствовать разрушению Украины, разрушению государства, девальвации слова власти, ну и так далее и тому подобное. Ну а ви уявляєте собі, чому на даний момент влада не може посадити цих людей? Що гальмує всі ці процеси? Договорняк якийсь існує? Я считаю, что что-то похожее есть. Не секрет ведь для вас, что прийти к власти Порошенко помог организованный Запад. И, вероятно, этот человек хранит определенные тайны, которые бы дискредитировали нынешних лидеров того же Запада в тех или иных действиях или бездействиях. И понятное дело, что президенту США нынешнему все равно, какую тайну хранит президент Порошенко. Но уверен, что лидерам Европы не все равно. А раз так, очень вероятно, что с нынешним президентом Украины, ну, каким-то образом определились, что пока не трогайте именно этого беса. Тобто ви не вірите, що, наприклад, може відбутися третій Майдан, наприклад, такий потужний? Нет, Тарас, я думаю, что последние вот эти вот сборища, которые были, это как раз доказательство того, что ничего похожего не будет. В этом не заинтересованы внешнеполитические игроки. А этот жмот, он просто жмот, и он даже тех, кого туда пригласил, не обеспечивает. Понимаете, люди расходятся, и все уже давно на самом деле оценили его рейтинг. Когда говорят, что их там четверть, да ничего похожего. Четверть вот эта, которая тогда за Порошенко возникла, это были просто люди, которые были против Зеленского. Ну вот не воспринимают они президентом Зеленского. Так бывает в жизни. Но они точно не за Порошенко. Более-менее здравый рейтинг Порошенко – это парламентская кампания. И сколько там, 7 или 8%, он или 6, я не помню, набрал. Да, 8, наверное. Вот это его. И то он будет... Але ж дивіться, вони, в принципі, обіцяють, що вони об'єднаються в таку єдину опозицію. Тобто там і «Голос», там і «Батьківщина» Юлії Володимирівни, ну і Порошенко. То, в принципі, вони вже більше, ніж 6-7%. То, може, це і буде дійсно якоюсь потужною силою, яка єдиним фронтом буде виступати в цьому напрямку. Отвечу так. На Зеленского возлагали очень много надежд за короткий срок, что он осуществит многие наши ожидания. Да? То, что вы сказали, негодяев кинут за решетку и заберут у них то, что они забирали у Украины в эти кровавые годы. Приведут в порядок, в конце концов, социальные и экономические проблемы. И мир. Будет мир в стране. И все смотрели на Зеленского, да, и видят, что не то пока. Но сегодня Зеленский в Париже. И если у него получится, и я считаю, что это очевидный шаг этого президента к тому, чтобы мир привнести все-таки в Украину. И я считаю, что если у Зеленского получится заставить пушки и автоматы и снайперские винтовки замолчать, огромное количество людей воспрянут духом и будут поддерживать этого президента и дальше. Что касается... А этим самым перебьется любое объединение против мира, против, ну, в данном случае, Зеленского. А что касается... Це навіть перекриє инициативу по продажу земли? Это плохая инициатива. Так как они ее реализовывают, это гадко. Они обещали референдум, они у людей боятся спрашивать, потому что люди против продажи земли. Это гадкая инициатива с точки зрения экономики. Она абсолютно не компенсирует бюджетные расходы и никак не компенсирует окончательную потерю серьезнейшего ресурса Украины – земли. Никак. Вырученные 20 или 30 миллиардов долларов – компенсируются сельским хозяйством за 2 года в валовом продукте Украины. Они же собираются продать то, что приносит деньги, то, что является национальным достоянием. Это гадкая инициатива. Надеюсь, что Бог умудрит этого нынешнего президента не подписывать подобные законы, не пускать их, не знаю, кинуть их в мазут, знаете, есть такое понятие, рассматривать очень долго там и так далее. Но я считаю, что для людей сегодня мир – это супер важно. И если у него получится с этим, он войдет в историю Украины с исторической миссией, с ее выполнением. Дай бог, чтобы у него это получилось. Теперь насчет объединений. Я вообще себе не представляю объединение Тимошенко и Порошенко. Ну, не представляю. Я понимаю, насколько... Тобто у них велика такая история. Они, да, совершенно верно, знают друг друга. И я считаю, что Юлия Тимошенко подписала этот листик, исходя из каких-то эмоциональных побуждений. Я не знаю, помните же, да, там у них была взаимная переписка между нею и президентом, да? И она такая была достаточно резкая, эта переписка. Я думаю, она где-то просто чуть больше эмоций проявила, чем трезвого разума, и она понимает, что связка с Порошенко для нее – это окончательная гибель в политике. Ее просто не будет. Я уверен, что она… что это… Что, совершенно верно. А что касается этого персонажа, он заканчивается. Я не знаю… он заканчивается. Он не будет. Его не будет. Люди не будут никогда его поддерживать. Он антигерой. У него была возможность стать хорошим персонажем в истории Украины. Он стал одним из самых страшных антиперсонажей, антигероев в истории Украины. Это был его выбор. Бабло здесь победило трезвый рассудок и, наверное, где-то ум. Ну, вы поняли. Не будет от него никаких майданов, если коротко. Ну, добре. Будемо сподіватися, що все буде добре в цьому питанні, принаймні. Ну, мисль матеріальна. Так, да. Хотів би задати таке питання. Уявіть собі, що ви пішли на рибалку і зловили золоту рибку. І золота рибка каже вам: я виконую любі ваші 3 бажання, але ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе ви нічого замовити не можете. Які будуть ваші 3 побажання, які б ви побажали Україні? Ну, ответ может звучать очень банально. Вас устроит? Влаштую на 100%. Трезвого рассудка подавляющему большинству наших сограждан, это первое мое желание, чтобы пелена вот этой дури 5-летней слетела с глаз и с мозгов, из сердец. Второе. Конечно же, мир. Худой мир всегда лучше хорошей войны. Это показала история человечества. А война до последнего украинца, то, что затеяли на нашей территории, уж точно не в пользу Украины. И третье желание я потом загадаю, когда будут 2 первых исполнены. Я его оставлю про запас. Я думаю, рыбка разрешит. Максим, дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас в гості. Я сподіваюся, ми ще не раз з вами зустрінемося. Спасибо вам за приглашение. А я, со своей стороны, очень рад, что Киевская Русь телевидение, КРТ-канал, начинает новую жизнь, возрождается, я так понимаю, так же, как возрождается Союз левых сил. И я очень хочу, чтобы... это стало действительно площадкой для выражения адекватных, нормальных, умных мнений, не для срача, куда сейчас зашли в основном все телеканалы, не для обслуживания интересов тех или иных олигархов. Я очень хочу, чтобы КРТ заняло первое место среди аналитическо-информационных каналов Украины. Вам этого желаю, а вас, уважаемые люди, прошу смотреть КРТ. Я так понимаю, я здесь буду появляться чаще. Да, и мы... Зачем размениваться на каналы, очевидно, себя дискредитировавшие? Добре, дуже дякую за цю розмову, дуже дякую за вашу позицію. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу, дивись ТБУ.